для того, как мы будем ее, для того, как мы будем крепить серединку к раме. Можно взять, просто мне уж не хочется сейчас отходить, можно взять бронзовый воск и дополнительно, хотя это не обязательно, дополнительно пройтись вот воском по выступающим частям. Можно бронзовый взять, а можно даже и золотой. И тоже будет хорошо. Можно взять Тури металлайзер. Они дают такое полупрозрачное покрытие, то есть золотым будет отблескивать, но сам цвет у вас не поменяется. Его будет видно только на вот так вот, если под углом смотреть на работу. Как крепить? Смотрите, переворачиваем. Вот, кстати, произошло то, о чем я говорила. Видите, у меня от воды выгнулась фанерка. То есть была бы она толще, такого бы не было, не случилось. Но поскольку она тонкая, ее вот сейчас надо намочить, под мед положить и дать ей высохнуть. И она будет прямая. А вы кладете вашу, как, ну, как у художников там называется, задник или.